Всем здравствуйте! Мы находимся в лесу, в нашем натуральном парке. Вышли сегодня вдвоем, я и мама. Смотрите, какие у меня щуки красные, весь этот подъем, который мы сделали сюда. Щуки покраснели, хорошо, кровь бегает. Попытаемся залезть на гору, чтобы показать вам потрясающий вид, который отсюда открывается. Посмотрим, получится у нас или нет. А пока полюбуйтесь красивыми кадрами из нашего замечательного парка. А вот здесь в горах растет, никого не трогает и благоухает цветущий розмарин, который испанцы так любят добавлять в разные мясные блюда. Вот она дорога, по которой мы сейчас пришли. И здесь есть такие ворота, через которые машинам проезжать нельзя. На самый верх будочка. Но здесь есть проход для людей.
по которому можно пройти для тех, кто занимается спортом. И мы идем именно туда. Поднялись буквально на пару шагов, на метров 15-20. И вот какой сказочный вид уже открывается отсюда. Посмотрите. То, что вы видите впереди, это небоскребы Бенедорма. И наши горы, в которые мы ездили за поисками снега. Там у нас находится Бенедорм. И вот тут за деревьями Альфас, Альбир, Алтея. Идем дальше. Мы дошли очень далеко, и вот за этой горой уже начинается Бенедорм. И тянется он аж до того конца этих небоскребов.